Всем привет! Вот у нас сегодня воскресенье, сейчас 10:30, и у меня несколько тренировок подряд будут проходить на полигоне. Соответственно, мне нужен арбалет, поскольку будет стрельба из арбалета. Мне нужно разное холодное оружие, палки, ножи, нунчаку и так далее и тому подобное. И самый главный момент, это мне это все еще нужно заснять для вас. То есть мне нужны камеры и так далее, стойки. И вот скажите мне, каким образом за один раз это все принести сюда на полигон? Сложно. В этом отношении компактность оружия, которое я использую в своих повседневных практиках, для меня имеет огромное значение. Что касается Sage, как я вам уже и говорил, вы упаковали его самый обычный, вот такой, самый обычный. Помимо этого, у меня здесь еще куча всяких полезностей. Так вот, что я хочу для вас сегодня записать. Задают вопросы на тему многозарядности арбалета Cobra Sage. Подробнее, детальнее и так далее. Значит, немецкими инженерами у себя в мастерской с легкостью и очень быстро разработали различные приспособления, при помощи которых с легкостью можно арбалет Cobra Sage переделать в многозарядный полноценный арбалет. Так вот, что это за приспособы? Выглядят они вот так. Монтируются на этот арбалет достаточно легко и просто. В принципе, как по мне, любой с руками, растущими с необходимого места, с легкостью может это сделать сам в своей мастерской, закрепить на свой арбалет и, в принципе, превратить Cobra Sage в многозарядный арбалет, ну, тактического какого-то назначения. Хотя, как по мне, лично мое мнение, что я хочу сегодня вам продемонстрировать. У нас будет два арбалета. Cobra Sage и Cobra многозарядная Adder. Что мы посмотрим? В первую очередь мы посмотрим, действительно ли интервал между перезаряжанием арбалета настолько критичен, что нам необходимо превращать Cobra Sage в многозарядную. Поскольку, вот как по мне, многозарядная Cobra, она уже как бы, ну, скажем так, она теряет некий свой функционал. Вот в моем понимании на данный момент этот арбалет практически вот без изъяна. То есть у него есть какие-то недочеты. Легкую подгонку этого арбалета под себя, так чтобы у вас там где-то что-то было подтянутое. Добавьте стоп-резьбу и затяните болты так, как вам это удобно. Надо где-то приклеить какую-то резиновую прокладочку, чтобы у вас где-то что-то не люфтило, это все с легкостью делается. Я лично сделал только одно, я поставил маленькую прокладочку на прикладе, и все, я считаю, этого более чем достаточно. Все остальное у этого арбалета покамись работает как часы. Никаких изъянов, никаких изменений я не вижу. Что касается хода прицельной планки, насколько она влияет на точность. Вот лично я пока не заметил, что она как-то влияет на точность. То есть вот я оптику пристрелял на там 20, 30, 40, 50, и на данный момент 80 максимально пристрелка у меня, и вот хоть сейчас бери арбалет
делай выстрел, и он придет по цели, соответственно. Поэтому я не вижу никаких критичных отлетов у этого арбалета. Что касается дальнейшей эксплуатации, время, как говорится, покажет. Лично я не увидел ни одного критического недостатка, увидел. Увидел и исправил сразу же. То есть родная стрела, 16,5. Классно, все работает четко, никаких проблем нету. Но вынимать каждый раз стрела входит по самые перья. Вынимать сплошной геморрой. С учетом того, что я даже переклеил перья на достойные перья, и то это сплошной геморрой. То есть перо как бы не заминается, все отлично отрабатывает, но все равно мне не нравится. Что я сделал? Я поклеил комплект, взял, у меня был хороший Биман Хантер, хорошие стрелы охотничьи. Я их просто переделал под арбалет Cobra Sage, и при этом я их сделал в 20 размере. То есть я увеличил размер стрелы где-то приблизительно на 10-11 сантиметров. Что я хочу от этого добиться? В первую очередь только одного. Ну, естественно, мне кажется, более длинная стрела будет более стабильна. Это раз. И второй момент, будет значительно проще вынимать стрелу из изолон блока. Вот и все. Вот это единственный, по крайней мере, пока недочет, который лично мной был замечен и, соответственно, исправлен. Так вот, что мы сегодня с вами будем тестировать? Мы будем смотреть скоростные способности у Cobra Sage и у Cobra Adder, многозарядной Cobra. Посмотрим, насколько Cobra Sage будет отставать. Это первое. Второй момент, это стрельба из лука, естественно. Если у нас возникает вопрос, кто же быстрее, лук или арбалет, то еще буквально там месяц назад я бы сказал, вы о чем вообще задаете вопрос. Естественно, лук, любой лук будет значительно превосходить по скорости, чем арбалет. Не в плане там самого выстрела, а в плане, в первую очередь, перезаряда. То есть, если нам нужно сделать там 2, 3, 4, 5, 6 выстрелов, то, естественно, лук у нас был для меня лично вне конкуренции. Как арбалет Cobra Sage будет справляться с поставленной на сегодня задачей, я думаю, мы все с вами увидим. Сейчас у меня будет тренировка с Ангелом, где мы запишем работу двух арбалетов. И где-то к часу дня подойдет Дарина, и мы с Дариной для вас запишем поединочек. То есть мы запишем иллюминацию одну, где Дарина будет отрабатывать со своим спортивным блочным луком, а я, соответственно, с арбалетом Cobra Sage. И посмотрим. Посмотрим, конечно, я сомневаюсь, что у меня удастся выцеливать с рук этим арбалетом настолько же точно, насколько я это могу делать из блочного лука. Почему? Потому что я не арбалетчик. Но, тем не менее, мне очень хочется посмотреть, так сказать, в абсолютно неподготовленных полевых условиях, чего он стоит. По точности, по скорости, и так далее. В общем, смотрите. Думаю, это видео будет интересным и полезным для всех нас. Такой маленький эксклюзивчик для вас. Сделал первый пристрелочный сет новой стрелой. Повесил специально отдельно мишенечку, абсолютно чистенькую, новенькую мишенечку. На дистанции 18 метров дал необходимую поправку. Опять-таки, что такое дал поправку? Просто на оптике перешел от одной точки, перешел к другой точке. Вот и все. И делаю первый выстрел. Надеюсь, очень хорошо видно. Так вот, что дает? Если бы это было сейчас у меня родная стрела, она бы зашла по самые перья. А поскольку это у меня сейчас
стрела мною собранная. Я спокойно одеваю резиночку и спокойно и с комфортом вынимаю эту стрелу. Стрелять будем по трем уровням, соответственно, как в стрельбе по таргету на дистанции 18 метров. Готов? Готов. Поехали. Ангел стрельбу закончил. Ну, смотрим два соотношения. То есть очень важно. Естественно, по времени в интервал, в одну стрелу получается у нас интервал. То есть ты делаешь три, я успеваю сделать за время трех выстрелов твоих. Два выстрела своих получается. В отставание в одну стрелу. Идем смотрим на точность. О, баловой системе. Итак, у нас 24 точки у ангела, 27 точек у меня. Значит, стабильно, в принципе, 3 девятки, выстрел с рук. Первый раз в жизни я стреляю с арбалета по таргету. Лично мне понравилось. С учетом того, что у нас сейчас так ветрено и немножко морозно. Но тем не менее. То есть никто комфорта особого не ищет. Но довольно-таки неплохо. А то так камерка стоит, пишет. Ну поехали. Один выстрел. Я успеваю сделать 2-3. Ну, момент точности. Ну, вот точно. Это тот момент. Ну, который... По скорости сет за ангелом, соответственно, по точности. Сет за сейдж. Опять 27, стабильные 3 девяточки. Все, немножко арбалет берет чуть-чуть левее. Почему? Потому что, ну, идет немножко, я не привык к нему. Я думаю, пристрелявшись, сделать выстрел с руки на трех уровнях можно очень точно. Это однозначно. Готов? А? Почему, да? Готов? Третий, да? Да. Поехали. Да, оптику должна быть идеально пристрелена, конечно. Идем смотреться. Ну что, третий сет по скорости в один выстрел интервал. Ангел
опережает по точности. Ну, как бы Sage в любом случае, на мой взгляд, за счет блочной системы, за счет того, что длинная стрела, он в любом случае достаточно точный. То есть сейчас третий сет был вверх десяточка, середина восьмерочка, низ девяточка. Стабильный 27. Три сета и три сета 27. Итак, что мы делаем дальше? Пришла Дарина. С ангелом мы сделали три сета. Почему три сета? Потому что короткие стрелы, уже перья пришли в негодность, и, соответственно, дальнейший тест был бы как бы некорректный. Поэтому мы сейчас с Дариной делаем еще пять сетов, то есть делаем полную иллюминацию и смотрим соотношение точности, соотношение скорости, насколько арбалет Sage будет отставать от блочного лука. Хочу заметить, что Дарина достаточно быстро стреляет, и когда я обычно работаю с ней в поединках, то она где-то навсегда на одну стрелу опережает меня. То есть она делает, скажем так, за 180 секунд она может сделать и 6 выстрелов с легкостью даже, но она делает 3 выстрела быстрее, чем я делаю 3 выстрела. Поэтому у Дарины 3 выстрела, у меня 2 выстрела. Посмотрим, как будет с арбалетом. Кончили одновременно, однако. Очень хорошо стрела. А? Да, да, да. У Дарины 29, у меня 26. Немножечко восьмерочка меня подвела. Две девяточки и восьмерочка была на средней мишенечке. Ну что, готово? Да. Поехали. Не спеши, выцеливай хорошо. Ты ж пришла для того, чтобы отработать тренировку. Поэтому выцеливать десятку. Выцеливать десятку. Это я могу спешить и торопиться. А тебе не нужно этого делать. Окончили. Дарина стрелялся с такого Так, здесь у меня резиночка моя. Вот она. Второй сет по точности за Дариной. Скорость приблизительно одинаковая у нас. У Дарины 28, у меня 27. Средняя мишенечка, меня подводит средняя мишенечка. Низ была десятка, причем центровая десятка, отличная. Но вверх девятка, серединочка ушла на семерку. Влево. Вся подача влево, потому что немножко гуляю корпусом. То есть допускаю грубую ошибку, которая не дает хорошо и точно отработать. Почему? Потому что еще не арбалетчик. Стойка при стрельбе из арбалета абсолютно другая. Она совершенно другая. Поэтому мне приходится здесь упор другой, здесь все другое. То есть я по таргету
в принципе, работаю, можно сказать, впервые с этим арбалетом. Вот сегодня с Ангелом отработали и с Дариной, поэтому... Сейчас Дарина меня обгонит, я на вас внимание обращаю. Вот девятку я стабильно, свободно кладу, то есть это вообще без проблем. С рук обращаю ваше внимание, что выстрел это идет с рук у нас. На вроде бы серединочку сейчас постарался отработать хорошо. Даринка на пол выстрела вперед и чуть-чуть. Сет за мной. Хорошо. Первый раз с арбалета. Сет за мной. Вообще-то Дарина шестикратная чемпионка страны. 18 метров это ее любимая дистанция. И поэтому как бы судить вам. Так, я еще. Я готов. Ты спешишь, выцеливай лучше. Спешу. А я говорю, спешишь. Ну, холодно. Я понимаю, что холодно. Я отдаю предпочтение выцеливанию сейчас, стараюсь. Дарине холодно, у нее руки замерзли, мы уже с Ангелом разогрелись, мы с нунчаками поработали, с арбалетом постреляли, ножи пометали, мы что только не сделали, Ангел он до сих пор ножи метает, еще не уходит, то есть мы уже здесь сколько, часа уже два часа уже, это точно здесь, да, пару часов. Вот, сет за мной, 29, итак, 2-2, решающий сет, решающий, 2-2, супер. Не спеши, договорились, что ты не будешь спешить. Давай. Главное, выцеливай. Спарринг спаррингом, но выцеливай и работай как можно, как ты обычно. Давай, я тебя жду. А? Да, очень скоростная, конечно. Я опять выцеливал, мог бы сделать выстрел быстрее, но выцеливал. Дарина выиграла, но я на пяточки наступал. Если мы берем даже по соревновательным всем параметрам, то он справляется с поставленной задачей. Он достаточно скоростной. И я даже не могу себе представить ни один другой арбалет, который сейчас мог бы попытаться
во временном отрезке, в ограниченном, попытаться соревноваться с булочным луком. Таких арбалетов в мире нету, по сути. Я имею в виду полноценных, неигровых арбалетов, где стрела достаточная для того, чтобы сделать хороший и точный выстрел. Поэтому что могу сказать? Арбалет Sage абсолютно практически на уровне отработал этот поединок. Поэтому готов ли, годится ли он для таргета, ну, судите сами. Как по мне, проникающую способность этого арбалета я вам уже показал. Точность и на какие дистанции этот арбалет вот в моих руках работает, я вам уже показал. Но это еще не предел, поверьте мне. И что касается пробивную мощность, способность, я показал в предыдущем видео аналогичным образом. Судить, как говорится, вам. Но по всем параметрам арбалет дельный, арбалет достойный. Достойный внимания, чтобы вот реально на него можно было обратить внимание и задуматься, а нужен ли мне более мощный или все-таки отдать предпочтение, ну, скажем так, разумной мощности. И в первую очередь я лично отдаю предпочтение удобству перезаряда и компактности этого арбалета. Вот это два основных превосходства, перед которыми все остальное уходит на задний план. Надеюсь, видео было полезным для вас. Всем пока, до следующих видосов.